Разрешите? Слушаю. Сан Васильевич, господа, прошу срочно пройти на мостик. Немец, господа, немец. У него же калибр 210 против наших 45. Это Фридрих Карл. Вот тебе и пограничник с охотником. Слава богу, молчат. Проморгали. Есть ко второму орудию!
что мины сбросили, а не то. Что? Виноват. Хорошо, что мины сбросили, а не то бы нам конец. Ваше высокородие, трубопровод починили. Коровую рубку за час не починишь. Сейчас резервную пустят. Александр, значит, надо уходить, пока есть время. Мины, мины. Полный вперед. Телеграф на полный. Курс на Пилау. Здесь же наша минная банка. Сергей Николаевич, собери офицерский состав на полубаке правого борта. Есть. Смирно! Господа офицеры, позади немецкая эскадра, впереди Фридрих Карл. Путь в базу закрыт, поэтому не вижу другого выхода, как заманить немца на мины. Держим курс на Пилау, на нашу минную банку. Вопросы? Есть вопросы. Разрешите? Слушаю. В метре от мин не пройдем. На своих же минах, господа. Сами себе могилу вырыли. Прекратите истерику, Мичман. Идем на мины. С Богом. Долой! Господи, Боже сил! Боже спасения нашего! Призри в милости и щедротах на смиренные рабы своя, и человеколюбно услыши и помилуй нас. Все бо врази наши, воеже погубите нас. Помози нам, Боже, Спасителю наш! И избави нас славы ради имени Твоего. Да никогда рекут врази наши, Бог оставил Но да увидят все языцы, яко Ты Бог наш, и мы люди Твои, по державою Твоей всегда храними, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вышел на прямую наводку. Ну что ж, все в сборе. Реверс. Домой идем, господа.